Ребятам достаточно придумать и развить проект по одному из 11 направлений. Главное – поставить цель – изменить образовательную среду и мир вокруг себя. В текущем году, во второй сезон, как раз у нас открывается и самое масштабное региональное мероприятие, проводится здесь, в той образовательной организации, которая, кстати, в прошлом году была наибольшая по количеству заявок и по выходу ребят в полуфинал и в финал от нашего региона. Поэтому сегодня и завтра здесь в ВУЗе соберутся самые талантливые студенческие ребята, которым есть что предложить. В этом году участие в проекте примут не только студенты вузов, как это было в прошлом, но и в профессиональных образовательных учреждениях, а также 11-классники. В этом году у нас наш конкурс поделен на два больших блока. Это конкурсный блок, где студенты могут проявить себя, проявить свои лучшие качества, подать свои проекты и, собственно, выиграть очень классные призы. И также второй очень большой блок нашего конкурса – это формирование сообщества. То есть в этом году мы нацелены не только на то, чтобы поощрить активных студентов, а на то, чтобы вовлечь в наше большое студенческое сообщество максимальное количество, число нашей молодежи. Призовой фонд внушительный. Победители конкурса получат по 1 000 000 рублей, а финалисты отправятся в увлекательное путешествие по стране.